Уникальное собрание копий картин художника Микеланджело Караваджо привезли в Димитровград впервые. Итальянский мастер стал знаменитым еще при жизни. Ему заказывали картины римские папы, кардиналы и люди самых высоких чинов. Все работы Караваджо находятся, они очень сильно разбросаны по частным коллекциям или находятся в коллекции каких-то храмов или музеев. И на самом деле достойные копии сделать было достаточно сложно. Стараниями наших итальянских коллег получилось именно собрать вот эту вот коллекцию фотографий, которые были потом вот переведены на вот такие вот баннеры. Коллекция полотен в таком масштабе представлялась уже в нескольких городах. В собрание входит почти сотни баннеров, гобеленов. Открытие неповторимой экспозиции в Димитровграде сопровождалось концертом народного ансамбля скрипачей «Кантилена». С творчеством художника горожан ознакомил профессионал. Его считают основоположником барокко. Причем он знаменовал переход к реализму и даже к некоторой натурности. Выставка проводит в Димитровграде больше месяца. Евгения Кривинская, Виталий Немов. Новости Димитровграда.